Дорогие друзья, приветствуем вас. С вами программа «Дорога к храму» и рубрика «Как быть?». С нами священник Максим Картинский и священник Павел Красанов. Ну что же, приближается Великий пост. Великому посту всегда предшествует прощенное воскресение. И хотелось бы сегодня обсудить некий тезис, некий стереотип, который, наверное, может звучать примерно таким образом. Как же христиане говорят, что нужно всем все прощать, когда на самом деле это бывает довольно сложно и практически нереально? Не очень понятно, да, вот тезис. Как, что ты имеешь в виду? Ну вот, многие люди недоумевают, почему христиане говорят о вещах таких нереальных. Ведь действительно, в мире довольно много зла. Бывает, кто-то может не просто обидеть, а действительно совершить какой-то дурной поступок. И у людей возникает вопрос, к чему же вы призываете? Что же, нужно всех этих негодяев, преступников, тот, кто нанес, может быть, какое-то увечье или самому человеку, или близкому, их всех нужно усадить за стол, угостить блинами, обнять. И это вот и расцеловать. Да, это ли является христианским прощением, которое нам всем заповедано? Ну, так ли на самом деле это все обстоит? Вряд ли, да? Хотя, прежде чем мы будем отвечать так полноценно, мы должны понять, что мир действительно жесток, да, и люди не являются идеалом, да, многие. Вот. И как только если не христианам учить о милости, потому что милость все-таки превозносится над судом. Милость – это выше суда. Ну да, действительно, мир жесток, и не хватает слов и призыва к милосердию в нашем мире. Но где же реальность? Да? Где наше соотношение с реальностью? Как действительно простить, когда простить трудно? И не является ли христианская заповедь о прощении призывом к чему-то такому, ну, абсурдному, может быть, даже? Ну и что же значит христианство? Вот что же значит простить, наверное, да? Да? Нужно дать ответ на этот вопрос. Вот известный богослов наш, русский православный Алексей Ильич Осипов, говорит, что прощение и даже любовь к врагам, если это перевести на наш понятный язык, это скорее есть справедливое отношение к своему обидчику, и, может быть, даже к врагу, и, может быть, даже к преступнику, это справедливое отношение к нему. Ну, может, есть примеры какие-то с этим справедливым отношением? Ну, примеры, наверное, можно привести. Вот я вспоминаю случай, у наших прихожан однажды произошел. Молодая семья, и вот молодая вот эта самая девушка, мать, вышла с коляской на прогулку с маленьким ребенком, с младенцем, и на нее напал, ну, как выяснилось, наркоман. Действительно, он там ее повалил, и, ну, все, слава богу, обошлось, подоспели люди, которые ее защитили. Вот. И, ну, конечно, когда подоспел, собственно говоря, и этот самый молодой отец, супруг, естественно, он чего-чего уж точно не хотел этого наркомана обнять и поцеловать. Да. Но как он поступил? Он его предал в руки правосудию. То есть он не стал его бить, не стал ему наносить какие-то увечья, хотя эмоции были именно такие, что это хотелось сделать. Он предал его в руки правосудию, чтобы с ним вот разбирались компетентные органы. Никто его не бил, никто его за это не наказал физически, но по закону он ответил. Это, наверное, есть справедливое отношение, когда в ответ на обиду ты не хочешь вот всячески уничтожить человека, а сделать так, чтобы он чему-то научился, понял. Что-то изменил. Сам Христос говорил, если не покается твой брат, то будет тебе как язычник и мытарь. Да? Здесь тоже надо это помнить, фразу. Ну да. Если значит покаяния нет, тут сложно. Ну как дальше? Он дальше опять будет совершать то же самое. То есть не произойдет, да, какого-то переворота духовного, душевного. Да, но вот есть такая проблема, и люди с ней приходят в храм, обращаются с этой проблемой и спрашивают совета священника. Вот что делать, если ненависть действительно съедает изнутри? Может быть, и хочется все это забыть, но вот непонятно, что же делать. И ведь это состояние ненависти, оно же, но оно никак не влияет на этого самого обидчика. Вот он живет себе и живет, да, но оно съедает самого человека изнутри.
Ну, а раз его съедает, соответственно, что влияет на все окружение. То есть, если человек живет в какой-то окружении, оно будет проявляться и на блин. То есть мы мир не улучшаем таким образом. То есть, а мы должны понимать, что от нас много что зависит. Да? Ну, что нужно сделать? Да, вот люди приходят и говорят: очень понятно, батюшка, красиво вы говорите, простить, а делать-то что? Вот плохо на сердце. Все, я помню. Что делать? Что делать? Как простить, да? Да, я думаю, что... Но есть... молиться, наверное. Есть молиться. На это прямая же заповедь Спасителя. Да. Вот, молиться, наверное, за обижающих. Отсутствие всех этих ответов, наверное, то, что мы забываем, что же он сам говорил на эту тему, да, он призывал прямым текстом молиться за обижающих. Молиться за обижающих. Я думаю, что действительно, если сердце человека занято молитвой, то уже оттуда потихонечку начинает уходить ненависть. И не нужно каких-то действий странных с собой производить, чтобы забыть. То есть не нужно... Ну, потому что надо помнить, что молитва — это все-таки разговор с Богом, с первоисточником любви. Поэтому, конечно, здесь реакция абсолютно другая внутри становится. Вот, поэтому, конечно, грядущий пост, думаю, будет полезно употребить на то, чтобы узнать Евангелие, заповеди Спасителя. И тогда нам станет, наверное, легче и любить друг друга, и прощать. Постараться простить, да. Зачастую потому, что обиды бывают такие незначительные, они задевают лишь собственное эго, и все, больше ничего. И тем более, что да. Тем более, что большинство обид, они такие достаточно мелкие. Да. Вот. Ну, такой у нас разговор получился в этот раз. Дорогие друзья, с вами рубрика «Пять фактов». В данном случае пять фактов о Великом посте. Факт номер один. Считается, что слово «пост» греческого происхождения. Произошло оно от слова «апостия», которое, в свою очередь, идет от греческого «апостос», то есть тот, который ничего не ест. В античные времена слово «апостия» означало лечебную диету, воздержание для похудения или выздоровления. Со временем слово видоизменилось и утратило свою отрицательную приставку «а». Факт номер два. Самое раннее упоминание о Великом посте в истории церкви пришло из Никеи в начале IV века. Несмотря на то, что Никейский собор наиболее известен созданием никейского символа веры, который до сих пор читается в церквях, собор также принял некоторые каноны, то есть правила. В пяти из этих канонов говорится о посте. И хотя на рубеже IV-V веков традиция Великого поста была повсеместно принята церкви, его длина и правила воздержания еще долгое время были различными. Факт номер три. Великий пост иногда называют «четыредесятницей», от слова «сорок». Сам Великий пост длится 40 дней в память о том, как Христос 40 дней постился в пустыне. В богослужебных песнопениях Великий пост считается оконченным в пятницу 6 седмицы перед Лазаревой субботой, а после Лазаревой и Вербного воскресения начинается Страстная седмица. Факт четвертый. Как в церкви определяют дату Пасхи? День Пасхи рассчитывается согласно солнечному и лунному календарю и празднуется в первое воскресенье после полнолуния, которое наступает вслед за весенним равноденствием. Следовательно, Пасха не может быть ранее дня равноденствия, то есть 4 апреля по современному календарю, или позднее 8 мая. Великий пост, соответственно, начинается всего лишь за 48 дней до Пасхи. Факт номер пять. Традиционным аналогом месопустной седмицы, то есть масленицы, перед постом на Западе является карнавал. В народной этимологии от позднелатинского «карне» – мясо, плюс «вале» – прощай. Он сопровождается массовыми народными гуляниями с уличными шествиями и театрализованными представлениями. Дорогие друзья, с вами рубрика «Непридуманные истории». И у нас в гостях замечательные музыканты, исполнительницы, две сестры Наталья и Евгения Соболева. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, вы сегодня у нас не случайно, потому что вы участвовали в нашем рождественском фестивале вот, со своими программами. Но вначале раскройте секрет своих псевдонимов. Вот, Наталья, по-моему, Соната, а вы Айка. Да? Вот, давайте начнем с вас. Да, я выбрала такой псевдоним, потому что моя фамилия начинается на Соболеву, на Со. В общем, я решила соединить часть своего имени и часть своей фамилии. Получилась Соната, и так меня друзья и называют Сонатой.
Ну, очень удобно, кстати, да. Надо воспользоваться, кстати, от Айка. Почему так? Айка, у меня был такой период увлечения японской культурой. Это японское имя означает «песня о любви». И все, о чем я пою, это, ну, как бы в моем представлении такое широкое понятие любви. То есть, по сути, все проявления жизни — это любовь в том или ином. То есть раскрытие любви со всех ее сторон, да? Да. Да? В основном, наверное, духовно, да, с каких-то таких сторон, возвышенных больше, да, да. Судя по словам. Да, да, да. Да. А у вас о чем творчество, Наташа? У меня творчество о свободе, о выборе по жизни, о выборе себя, вот, и в целом вот в каком-то таком направлении пишу песни. Ну, я знаю, у вас вышел альбом англоязычный, да, это вот «Дорогой дневник», да? Да-да-да. «Dear Diary», и в нем о чем говорится? Так, я пытался понять, но английский мне не самый конек, так сказать. Да, в нем я рассказываю, в нем я скорее рефлексирую на разные ситуации в жизни, на ситуации, которые случались со мной, с моими друзьями, вот, и в целом просто решила поделиться своими историями в песне. Своими историями в песне, да. Ну, вот теперь вопрос, как вы, значит, вы попали на наш фестиваль, как вы к нему отнеслись изначально, да, от той просьбы, что мы вас попросили участвовать, и как он вам понравился, и хотели бы вы там участвовать? Ну, так, вновь участвовать, так скажем, вдруг. Меня позвала Наташа. Я тогда еще с вами не была знакома, и мне эта идея показалась интересной, такой необычный формат, и, как впоследствии оказалось, очень душевное мероприятие. Ну, то есть это самое ценное для меня – это вот это ощущение связи между людьми, которое возникает в процессе слушания музыки. То есть процесс исполнения – это такой разговор о важном. И он на этом фестивале случился, и это для меня очень ценно. Ожидания оправдались, да? Более чем, да. А у вас какое-то впечатление? Я также соглашусь с Женей. Вот, я была очень рада поиграть вот на таком фестивале. К тому же там была девушка, вот, Дарья Ильина, с которой мы тоже познакомились. Очень чудесно. И вообще все такие мероприятия, они объединяют большое количество творческих людей. И такая, в общем, энергия случается в одном пространстве. Позитивная, такая положительная. Вот, и, в общем, я была очень рада, и мне было очень приятно играть. Ну, а были чем-то удивлены? Потому что, наверное, понимали, что это какое-то такое... Для вас, наверное, впервые, да, выступали на рождественском фестивале в таком, да, при храме, да? Да, 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 да. Вот. Были чем-то удивлены, или вы прям ожидания прям точно совпали, или все-таки как-то вам по-другому что-то открылось? Я скорее удивлена была такой открытой и свободной атмосферой. Вот, то есть я даже... я, в принципе, ожидала этого, вот, но это как-то более подтвердилось. Что вы приехали такие радостные. Вы, наверное, много чего могли выдумать по дороге, что могло бы произойти. Нет, было очень весело и очень душевно. И прям очень тепло после этого было. Мы прям Женю вспоминали дома. Очень объемно как-то получилось по смыслам. То есть... бывают такие стереотипы по поводу церкви, что это какая-то такая в одной плоскости история. А там это было очень, очень по-разному и очень, ну, по-человечески. Это, конечно, очень привлекает. Ну, давайте с вами послушаем песню «Лети домой», правильно? Пустые
летящий в туманную даль. Вот что осталось, душа моя летит. Душа для вас – это вот… У тебя это что такое? Можешь как-то объяснить, попробовать? Сложно, наверное. Да, вопрос сложный, но для меня, вот именно вот я когда писала эту песню «Душа моя, лети домой», это про, опять же, про выбор человека, по тавтологии, но, в общем, про то, чтобы человек выбирал свой путь и имел возможность находить свет, когда его, в общем-то, не видно. Когда не, вот, ну да, и... то есть выход из любой ситуации, ты можешь вернуться, да, к какому-то первоисточнику. Да, к какому-то тогда... вот покою, вот тоже там про это поется, вот, про желание человека найти покой в жизни, когда он долго скитается, и, в общем... Тогда вот я подумал, может быть, тогда вопрос здесь задать сразу, если... Я вот так сказал, первоисточник, да, наверное, людей такой, да. Мы все понимаем, что это Бог, да, я так думаю. Вот. И если бы вы сейчас вот вдруг встретились с Богом, какой бы вопрос или что бы мы сказали, да? Такой, я посмотрел где-то точно в какой-то передаче, что-то подобное есть. Что бы вы сказали? Есть такая вот идея? Прям вот раз у меня вот прям вот сразу, да, возникла. Да. Я бы поблагодарила, наверное. Вот у меня прям такое сразу вот благодарность за, да, за ну, какие-то все опыты, подарки, которые в жизни. За то, что есть жизнь, да? Вот за то, что мы... Да, ну все, за все, что было. Наташа, тоже соглашаешься, да? Да, да, я соглашусь, тоже хотела сказать. Да, еще хотелось бы узнать, где вас можно услышать, на каких площадках, да, в интернете можете рассказать, да, где вас можно найти, послушать, чтобы полноценно. Это, наверное, ВКонтакте, да? Да, ВКонтакте, на Яндекс.Музыке, на Spotify, везде, на самом деле, есть вот моя музыка уже тоже. А искать под именем, под псевдонимом или все-таки под именем искать? По псевдонимам, да. У меня пока один выпущенный официальный трек, так только на концертах можно. Да. Да, напомним, что у нас это Айка и Соната, да? Вот по этим псевдонимам можно их найти и узнать о их творчестве. Творчество действительно заслуживает внимания, интересное. Айка, давайте послушаем вашу песню «Колыбельная». Земля укачает тебя на руках. Спи, мой малыш, победи свой страх. Я заклинаю, и холод весной тебя пусть они обойдут стороной. В пути помогать тебе будут ветра, ведь я им по крови родная сестра. Дорогу тебе освещает луна, с тобой во тьме будет рядом она. Петь о тебе.
Еще интересно, ваша вся семья, еще брат есть, да? Который вам помогает в творчестве. Это очень удобно, это, во-первых, дешевле. И он помогает вам сводить музыку, да? Да. Вы с ним в хороших отношениях все время, да? Да, у нас прям очень такая команда собралась втроем. Идиллия, да? Вот и всю жизнь. И не дрались никогда? Всегда. Ну, конечно, конечно. Вчера, например, мы поссорились, но мы помирились потом. Молодцы. Замечательная семья находится в каком-то духовном единении. Ну что ж, на этом с вами прощаемся. Спасибо большое, что приняли участие в нашей программе. Вот. Желаем вам удачи в творческих успехах, конечно же. Желаем с вами не расставаться, встречаться почаще. И огромная вам благодарность за то, что вы были с нами. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Дорогие друзья, с вами была программа «Дорога к храму». И мы ее ведущие, священник Максим Гортинский и священник Павел Красанов. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До свидания.